Мнение взрослых на различные вопросы мы слышим и знаем везде. То есть они говорят на интервью, на телевидении, просто даже в разговоре с нами. А вот мнение ребенка узнать всегда интересно, потому что это новая интерпретация. Они опираются на чувства, и поэтому сейчас мы узнаем у них обо всем. Скажи, что такое хорошо, что такое плохо? Приведи нам пример. Хорошо – это когда помогают люди, добрый, а зло – это когда все плохие. Учителю по продленке надо было помочь там понести там несколько бумаг. Вот. А что такое плохо? Плохо – это когда ты вообще не помогаешь. Да, точно. А еще? Когда тебя попросили что-то сделать, а ты не сделал. Это плохо. Хорошо, это если ты сделал что-то доброе, это хорошо. Но если что-то плохое, то это плохо. Пример давай, вот что-то доброе, это как? Давай. Я, например, пошла в зону, где нельзя было ходить. Но это плохо. Не всегда, но это плохо. А хорошее? Если я помогла бабушке перейти дорогу, то это хорошо. А расскажи, ты ходишь в садик? Хожу. А что ты там делаешь? Играю, сплю, гуляю два. Ух ты, а там есть воспитательница? Да, у меня есть Катерина Сергеевна и Катерина Сергеевна. Они хорошие? Да. Расскажи нам какой-нибудь стишок. Давай. Белочка лесная, погоди, постой. Мы тебя поймаем, отнесем домой. Прыг-скок, застучок, лапками держись. Белочка лесная, погоди, постой. Мы тебя поймаем, отнесем домой. Прыг-скок, застучок, лапками держись. Ух ты! Песня испанская спела. Давай, ты. Algo suena en voz, están siendo fantástico. Se va a vestir con vibe tu corazón, vente tanto me bebe, Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя, светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой. No importa nada que te quiero, es que sabes nada.